себя лично, от всего коллектива ВДНХ, я хочу поздравить всех лауреат с наградой, пожелать развития, пожелать не останавливаться на месте и, безусловно, в том же качественном исполнении презентовать культуру и основные направления своей страны. Спасибо. За многолетнее сотрудничество в области популяризации культуры и гастрономических традиций Армении, за активную интеграцию в событийную повестку ВДНХ награждается павильон номер 68 выставочно-торговый центр Республики Армения. Золотой знак вручается генеральному директору ООО «Арм-Импорт» Мусаиляну Артему Владиславовичу. С 2003 года в павильоне работают выставочно-коммерческий центр Республики Армения и ресторан «Арарат». В рамках соглашения, заключенного между правительством Российской Федерации и правительством Республики Армения в 2011 году, были проведены ремонтно-реставрационные работы по созданию исторического облика павильона, создан Национальный центр Республики. За все время работы в центре с неизменным успехом проходили многочисленные культурно-массовые конгрессные мероприятия, выставки продукции Армении, армянского искусства, выступления национальных музыкальных и танцевальных коллективов. А презентация гастрономических богатств Армении уже давно нашла самый теплый отклик у посетителей главной выставки страны. Наши поздравления. Спасибо большое за столь высокую награду. Павильон Армения благодарит весь коллектив выставки за то, что мы являемся частью большой дружной команды. Отдельное спасибо Комитету по работе с СНГ, странами СНГ, за ежедневную и ежечасную кропотливую работу. Это только начало, в дальнейшем будет еще больше интересных проектов совместных. Спасибо.